Ребер пишем. R плюс 2C. Меньше или равно. 3V. Роль V играет число V плюс C. И меньше. Хорошо. Хорошо. Надо теперь раскрыть скобки. И 2C забить числе вычесть. Получится R не больше, чем что? Чем 3v плюс c минус 6. Другими словами, c больше или равно, чем r минус 3v и плюс 6. Между прочим, господа, мы сейчас можем разобраться с той картинкой, почему там было только 3 пересечения. Это очень просто. Когда у вас полный граф на 6 вершинах, то количество его ребер – это число сочетаний из 6 подвал. 6 умножить на 5 пополам – 15 ребер. Количество вершин у него 6. Поэтому здесь будет 3 умножить на 6 – 18. И мы должны посчитать. 15 минус 18 – 6. Сколько будет? 15 минус 18 – 6. 3. 3. Значит, то, что я здесь нарисовал, лучшая картина. Меньше, чем 3 пересечения, не бывает.